Всем привет, дорогие друзья! Смена пути, и сегодня смена довольно странная. Очень медленно и скучно ветер движет облака. Страшно, странно, просто душно и загадочно слегка. Все волнения и чувства всколыхнулись. Что теперь? Предо мной врата искусства. Предо мною в счастье дверь. Не помчусь туда с порога, а шагну, едва дыша. Затаенная дорога, там живет моя душа. Но потом пройду смелее, не боясь любых дорог, потому что все сильнее будет этот мир жесток.